Андрей проснулся. Сейчас я в гараже. Загнал мелкую машину. Буду сейчас у нее днище. Выпало днище. Вчера я ехал, задел где-то. У меня аж подшивка пластиковая. Задел я подшивкой пластиковой. И у меня она помялась, погнулась. И теперь шарапает по этому. По асфальту. Вот надо мне ее отрезать или закрепить. Я купил хомуты. Как говорится, эпопея с машиной не заканчивается. Вот я загнал ее в гараж, полезу в яму, взял хомуты, покажу, что там у меня случилось. Нищим автомобиля. Сейчас я до конца разберу. Вот, видите, в общем, помялась. Сейчас я ее попробую, наверное, там либо закрепить, что лишнее можно отрезать. Вот такой пластиковый поддон. Видите, он пластиковый. Стоит оригинальный нереально. Попробую на разборке найти. Надо защиту новую поменять. Ну как, бэушную найти где-то защиту. Крупногабарит, конечно. Ну куда деваться. Как говорится, хомуты делу не помогут. В общем, надо это отрезать. Все, что помялось. И все. И искать новую защиту. Все, видите, вот минус, конечно, японок, это то, что у них очень низкая посадка. И видите, клипсы все оторвались, она вот гуляет, вот эта защита. Грязь туда все набивается. Ну ладно, мы сейчас ее это отрежем, чтобы она не чиркала, и надо ехать на работу мне. Приехали дезинфицирующие средства, маски всякие к открытию, только когда это открытие будет, непонятно, кинотеатры. Ну вот отрезал вот такой кусок защиты. Она уже была, видите, сшита. Ну вот так. В общем, главное, чтобы не чиркало. Надо менять ее как-то. Надо новую заказывать, искать и менять. Ехать, поднимать ее на домкрате. Потому что это все, вот впереди это был весь пластиком зашит. Весь пластик этот уже оторвался. Пластик уже оторвался, и там уже повреждается ходовая, когда бьется обо что-то, понимаете? Я, ну, надо защищать. Все, я переоделся, вышел, машинку выгнал обрезанным днищем. Вот, еду сейчас на работу, как говорил, получать дезсредства. Сегодня, кстати, я утром проснулся, меня разбудили, я продал 15 утят. Я говорил, не помню или не говорил. 15 утят продал. Вот, съезжу на работу, а потом заеду, куплю. У меня окончилась зерносмесь и куплю еще какой-нибудь, может, две зерносмеси просто куплю. Вот, что подешевле будет. И домой. Буду по дела делать какие-то по дому, отдыхать, еще что-то делать там. Посмотрим, собирать, может, абрикосики. Сегодня выходной, как-никак. Так, пришел вот я, получил коробку с дезинфицирующими средствами, со всякими всячинами. Все, поехал дальше дела делать. Я вчера вечером ездил, и сегодня еду, и слышу вот заднее колесо, которое я менял, стук. Вот так, тук-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 тук, быстрее, когда еду. Да что такое, блин, только что обрезал днище, блин. Что там такое, может пластик бьется, может еще что-то. В общем, залез, смотрю, колесо целое, варке ничего не мешает. Я, да что такое, думаю, дай-ка я попробую гайки проверить, подтянуть. Я начинаю подтягивать, они отпущенные. Я вчера хорошо затягивал. Я прям хорошо затянул вчера гайки, я знаю, что гайки надо хорошо затянуть. А они были отпущенные, блин. Прям какая-то это, засада, что ли, блин, я не понял. В общем, затянул хорошо и колеса, и все, шум исчез. Шум исчез. Будьте внимательны с автомобилями, проверяйте все, затягивайте лучше гайки. Проехали немножко, затяните, может быть, утряслось колесо, может, там еще что-то неплохо в пазы село. Я затягивал. В общем, как-то вот так. Купил я два мешка зерносмеси, пшеницу и купил четверку. Четверка, это там жмых, кукуруза, пшеница и ячмень, по-моему. В общем, это такие делишки.
едем домой. Мне нужно сухого комбикорма с зерносмесью вот как раз досыпать цыплятам, утятам. И в брудере всем насыпать корм. И буду делать потихоньку что-то по огороду, по саду. Пойду абрикосы соберу, белый налив. Уже соспел, наверное. Ну и, конечно, ролики вам запилю. Что-то я подрастроился последние дни как-то немножечко. Немножечко, конечно, я сдаваться не буду, но как-то прям меня это немножечко настораживает и поднапрягает, честно. Выпустил кур гулять. Солнышко спряталось, даже чуть-чуть проморосил какой-то дождик. Ветер прохладный. Я думаю, пусть погуляют. Я сейчас пока абрикосы соберу, а то ветерище будет большой. Тут белый налив немного осталось. Он как раз спелый, видите? Все так собирается. Сейчас я его весь соберу. Все полностью с дерева обберу. Вот. И надо будет, наверное, вишню сегодня обобрать. Она уже поспела стопроцентно. Вот, выпустил. Помимо кур, я еще свинушек выпустил. Но не на улицу, конечно, ребят, не на улицу. Я их выпустил сюда, в общий птичник из вольера. Вот они. А. Я им открыл, там поставил палет еще, чтобы они не вышли. Вот они. Но они это пока стесняются, пока стесняют. Лапы поломаешь. Лапы поломаешь. Дурочка. Я их выпустил, чтобы они пошли вот туда гулять. На улицу. Нюша. Трюфелюша. Ну вы чё? Я вас специально выпустил. Нюшечка. Девочка моя. А, красотуська моя. Выходите давайте. Трюфелёк. Выходите, 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 выходите. Не бойтесь. Я специально, чтобы вы вышли в лаз, туда погуляли на улицу. Размялись, чтоб немножко. Да, да, мои толстушечки такие. Жирочек наели, мяско наели уже хорошенечко. Да, вот такие мы хорошие хрюнечки, да? Их я и не подыму, они уже весят, наверное, килограмм, блин, по 40 минимум. А может и больше Нюшка весит. Мясная девка. Мясная девка. Трюфелёк вон. Ну, трюфелёк поменьше, но он младше на месяц, но все равно почему-то вот боровок вроде бы, да, кастрированный, должен быть больше стать. А нет, девчонка крупнее, чем парень. Оказался. Хвостом виляет, отвалится хвост. Отвалится хвост, смотрите, вон, видите? Виляют оба, оба виляют, как эти бегемотики. А дверь открыл. Дверь открылась, здесь свежий-свежий воздух. Ветерок дует, а им так приятно. Ходят, нюхают, что-то жуют. Что подбираете, какашки что ли кушаете, а? Ой. У них здесь хорошо, видите? Сухенько. Я, кстати, не убирал уже... Ну, сколько? Почти две недели. И грязи нету. Видите, высыхает все. И запаха нету, кстати. Почему, не понимаю. Ну вот, в общем, все, вот только маленький уголочек. Все здесь сухо, все хорошо. Они меня щадят. Да, свинюшки? Вы меня щадите? Нюшечка, трюфелюшечка. Давайте посмотрим, может, вы выйдете туда на выгул. Все-таки уйду я, не буду вас пугать. Вот, пока куры гуляют, я вот собрал абрикосики. Все беленькие, последние. Два абрикосика скормил поросяшкам. Мятенькие. Сейчас пойду дальше дела какие-нибудь делать.